Всем привет! Сегодня мы едем в дом-убежище. Кто не знает, когда мы прилетели в Америку, 4 месяца мы жили в дом-убежище. Это дом, где женщины прячутся от домашнего насилия. Так вот, сегодня этому дом-убежищу 3 года. Поэтому мы все собираемся там. Будем праздновать, будем говорить теплые слова, вдохновлять. Вот наш первый дом в Америке. Как ты, соскучился, Аким? Хочу игровую. Можно? Да играйте пока на улице, посмотрите, как мы жили. 4,5 месяца мы жили здесь. Посмотрите на природе. Детская площадка. Просто это ранчо. Американское ранчо. Ай. Там появился бассейн. Да, там бассейн появился. Здесь были курочки раньше. Ай, а запах какой, просто сосны. Класс. Ностальгия у меня по этому месту. И вот где у нас, вот смотрите, сзади меня комнатка. Вот там мы жили. Это наша была комната. Нравится тебе здесь? Может, останемся? Опять, может, здесь будем жить? Давай. Саша ходит. Ты куда, Саш? А там лошадки были. Здорово, да, Ким? Потом мы зайдем в дом. Угу. Да, пойдем лошадок посмотрим. Я не хочу. Дедуль, это можно забирать. Да. А где твоя? Я думаю, время сколько? Можно вечно, да, смотреть, как горит огонь. Красиво так. Кострище. Не в основном. Сейчас нагреет. Это нас не знает. Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за это место. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь сделал и делаешь, и будешь делать. Боже, спасибо Тебе, Господь. Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за служителей, мы благодарим Тебя за Олю, мы благодарим Тебя за Женю, мы благодарим Тебя за всех служителей во имя Иисуса Христа. Отец, мы благословляем Твое имя. Боже, спасибо Тебе за все, что Ты сделал сердцами здесь. Спасибо за все, что Ты сделал жизнями здесь. Мы просим Тебя, пожалуйста, продолжай свою работу. Продолжай свое дело во имя Иисуса Христа. Боже, Тебе все честь и слава, и благослови еду. Аминь. Аминь. С днём рождения! Ты сегодня, кстати, фоткала.